болить, пече, свербить? Можливо, це геморой. Проктоглівинок полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівинол. Радій життю без геморою. Может, вот так начать новогоднее обращение? Александр Григорьевич, мы еще в прошлом году этот танец обсуждали. Ну, нет, наверное, нет все-таки. Так я же доработал его с прошлого года. Ну, как? Там же появилось теперь... Давайте и в этом не будем показывать. Ну, пожалуйста, Александр Григорьевич, тем более у нас уже все готово к записи вашего новогоднего обращения. Да ну, неинтересно мне одно и то же каждый год. Надоело. Возьмите мое прошлогоднее обращение, наложите на него дикпик мой, и все. Что, простите? Дикпик? Ты что, не знаешь? Ну ты деревня. Это новые технологии, Димочка. Когда берется лицо одного человека и накладывается на другого. Может, дипфейк? А я что сказал? Дикпик. А какая разница? Ну, Александр Григорьевич, большая разница, понимаете? Если мы белорусскому народу покажем ваш дикпик, они окончательно поймут ваше отношение к нему. Да что там тот белорусский народ меня не видел? Ладно, тогда просто возьмете мое прошлогоднее обращение и все. Александр Григорьевич, ну мы в прошлом году так сделали, ну. Ну еще раз прокрутите его, все равно никто не заметит. Угу, никто не заметит. Вы так после выборов сказали, а потом бегали с автоматом без рожка. Я просил об этом мне не напоминать. Извините. Я что, виноват, что этот рожок отстегнулся, когда я в туалет пошел? Я его пытался достать и достал. Ну, не его. Короче, я об этом больше не хочу слышать. Ладно, давай запишем. Что уж там. Только мне для начала надо рот размять. Позвать специалиста? Нет, сегодня я сам. Хорошо. Расскажи-ка про молочку. Про какую про молочку? Про молочку, про молочку, про молочечку мою. Шел Саша по шоссе и сосал. А что сосал, не твое дело. Все, рот я размял, можем начинать. Хорошо, Александр Григорьевич, но давайте все-таки в начале текст речи посмотрим. Если вдруг вам что-то не понравится, я поправлю. Что значит поправлю? В Беларуси только я править могу. До сюда. Что ты там понаписывал? Это был непростой год, благодаря мне. Что? Ты не охренел, Дима? Александр Григорьевич, вы дальше читайте, пожалуйста, дальше. Благодаря мне белорусы этого не ощутили. А, молодец. Спасибо огромное. Причем тут ты? Это я молодец. Раз не ощутили, значит, хорошо смазал. Так, значит... А, вот. Поэтому мы с мылом смотрим в будущее. С каким мылом? Может, ты что, с мылом и веровкой? Александр Григорьевич, там написано «смело». А! Не «а», «о», «смело». Да понятно, что «о». «Смело смотрим в будущее». Это, кстати, правда. Ты знаешь, какой я смелый? Я тебе рассказывал историю, как меня расстреляли, но я не сдался и пошел до конца. Сегодня не рассказывали. Тогда слушай. Как сейчас помню, 94-й год. Я иду вдоль границы, никого не трогаю. И тут на меня, как навалились, как давай меня расстреливать. А я вот так в замедленке уворачиваюсь от пуль. Они вот так вот останавливаются, я их так цинь, цинь, цинь. Александр Григорьевич, это фильм «Матрица». Ты что, смотрел «Матрицу»? Блин, все смотрели этот фильм, все знают, кто такой Нео. Черт. Ну ладно, так даже лучше. Тогда люди проведут параллель между Нео и мной, потому что мы оба избранные.
Кстати, нужно поблагодарить того, кто меня избрал. Белорусский народ? Да при чем тут вообще белорусский народ? Я про императора всея Руси. Да, там дальше по тексту много о нем. Ну вот, молодец, можешь же, когда я тебе скажу. Так, ага, в этом году у нас не удалось натянуть. А, Александр Ильич, там написано втянуть. Я знаю, что говорю. Если бы нас втянули, нас бы по-любому натянули. Давай без этого лучше. Ну хорошо, если вам не нравится это предложение, можем убрать. Уберем. Ага. Давай лучше про союзников, про наших скажем. А у нас нет союзников. Как-то нет. А Россия? Так... Ну да, действительно, тут скорее хозяин. Ну тогда про союзников хозяина, про Эритрею, Никарагуа, ну и прочих гиббонов. Все, давай писать, я походу разберусь. Мне еще Деда Мороза одеваться. Коленька ждет. Ну, хорошо, давайте начинать, приготовились, работаем. Дорогие соотечественники, это был непростой год. Благодаря мне вы этого не ощутили. Зато ощутили нашу силу. И все благодаря нашим союзникам и наличию ядерного оружия на территории Беларуси. Стоп! Ты кому стоп сказал? Простите, Александр Григорьевич, просто тут такая новость. Ну и что, что новость? Ну просто Путин... Ну и что, что Путин? Путин умер. Ну и что, что... Александр Григорьевич... Блин, доктора! Евгений Михайлович! Чтобы тело, душа были молоды, были молоды, были молоды. Так-так-так-так-так. Интересно, интересно, что он узнал свой реальный рейтинг? Нет. А что, кто-то вслух сказал Тихановская? Да тоже нет, Путин умер. О-о-о. Интересно. А какой из них бункерный? Буят, банкетный. Написали, что все. Все? Ага. В таком случае нужна лошадиная доза. Пульс еле прощупывается. Ой, слушайте, может его к окну? А, я понял, вы все хотите устроить как несчастный случай. Отлично, мы его сейчас... Доктор, что вы мне голову дурите? Я говорю, к окну его, чтобы свежим воздухом подышал. Ну, а вы про воздух. Я думал, у вас какая-то хорошая идея в голову пришла. Ну ладно, нет, вы знаете, одного укола будет достаточно. Ой, только отойдите, он может от этой дозы легнуть, как конь. О боже, Дима, мне только что почудилось, будто бы ты мне сказал, что Путин умер. Так Путин умер. Что? Блин. Опять вы за свое! Ну, простите. Ну что вы так учтите? Третью дозу он не переживет. Дима, мне только что причудилось, будто бы ты мне сказал, что Путин умер. Слабак. Александр Григорьевич, успокойтесь, пососите таблеточку. А это поможет? Ну, в Кремле же помогло. Так там же была не таблеточка. Я помню, но помогло же. На какое-то время, да. Ну. Это что, правда, что ли? Ну, к сожалению, да. Ай-яй-яй-яй-яй, какой нехороший был человек. Сколько всего нехорошего сделал. Так, значит, слушай мою команду. Ага. По всей Беларуси отменить все увеселительные мероприятия. Есть. Значит, всем приспустить штаны. Уйти, флаги, флаги. Флаги, флаги. Так, и всем плакать. Конечно. На работу ходить, но плакать. Понятно. Я бы и сам поплакал, но я все слезы выплакал, когда последний кредит просил. Так, и новогоднее обращение мы писать не будем. Как не будем, Александр Григорьевич, а что мы будем по телеку показывать? Показывайте балет тракторов. Мы серьезно, если мы белорусам покажем балет тракторов, они подумают, что вы тоже... Этого мы допустить не можем. Конечно, давайте писать, только вот, давайте. О, держите. Что это? Шампанское. Помянуть.
Нет, это новогодняя традиция. Это может быть где-то там, во Франции, это новогодняя традиция. У нас другая. Поменяй на молочку. Ну, куда вы, серьезно, молочку на Новый год? Поменяй на молочку, иначе я тебя поменяю. Возьмите, пожалуйста. Вот, другое дело. Угу. Работаем. Работаем. Начали. Дорогие соотечественники, это был очень, 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 очень... Доктор. Очень... Очень. Это по тексту. Я в капельку. Иди отсюда. Это был очень-очень сложный год. Зато в России еще хуже. И все благодаря кому? Понятно кому. Владимиру Владимировичу. О котором теперь либо хорошо, либо никак. Я с ужасом смотрю в наше будущее. И ничего не вижу. Потому что там нет ни одного нашего союзника. А что теперь будет с ядерным оружием, я вообще не знаю. Стоп! Стоп! Александр Григорьевич, тут обновление новости. Пишут, что по Путину не все как бы понятно. Возможно, он в коме. А, ну это мы уже проходили. Ага. Сейчас полежит немножко в коме, в холодильничек потом его пронесут. А потом он снова появится по телевидению и продолжит злодействовать. Да, но это еще не все. Написано, что теперь Россия будет продавать Беларуси газ по рыночным ценам. Александр Григорьевич, опейте кефирчику, Да ну его! Лучше шампанского, там хоть газ есть. Вот. Да, так лучше. Давай. Так лучше. Давай писать. Пока. Работаем, начали. Работаем. Дорогие соотечественники, это был трындец, какой сложный год. Но благодаря великому президенту, великой страны Джозефу Байдену, мы с уверенностью и надеждой смотрим в наше будущее, потому что у нас есть такой союзник, как США. А по поводу ядерного оружия я так скажу. Не было у нас его никогда. Не было, нет и не будет. Александр Григорьевич! Александр Григорьевич! Что, опять? Ну да, информация поступила, что Казахстан выходит из ОДКБ. Вот. Александр Григорьевич, что с лицом? Вам плохо? Туфли жмут. Переобуться бы мне. Ну, так вы же только что уже переобулись. Что? Ну, Россия там, Америка. Что? Александр Григорьевич, я бы на вашем месте так не нервничал. Что значит на моем месте? Ты что, на мое место метишь? Ты! Твое место возле... Как у докторов параша будет? Утка. Твое место возле утки! Кья-кья-кья. Боже. Так, доктор, срочно ой, стул, ой, давайте ой, стул. Стулья, плохо, два. Плохо. Два давайте, стула. Давайте. Да зачем, как... зачем два-то? Все как вы любите. Одной жопой на двух стульчиках. Уйди от меня. Ну надо же, просто нож в спину от этого президента Казахстана, ну, да, как да. его, Равшан Джумшутович. Не так. Господи, я никогда в жизни не выговорю его имя и отчество. Александр Григорьевич, это еще не все. Тут пишут, что Казахстан и Китай подписывают договор о военном сотрудничестве. Что? Давай писать срочно! Работаем, пишем. Дорогой Касым Жомарт Кемелевич Токаев. Спасибо вам большое за то, что наконец-то открыли глаза нам на это ОДКБ. Это ОДКБ оказалось полное Г. Наконец-то оно лопнуло, как мыльный пузырь. Но мы с радостью и надеждой смотрим в будущее, благодаря тому, что у нас есть прекрасный союзник Казахстан и Китай. Всегда любил Китай, вы знаете. Как говорила моя бабушка, кстати, китайка по дедушкиной линии. Говорила она моему дедушке, кстати, казахстанцу по бабушкиной линии. Александр Григорьевич! Что? Снова новости.
пишут, Израиль полностью разбил Хамас. Так возьмите у меня в гараже новый Хамас и все. Не Хамас, Хамас. А это на хлеб намазывали? Да нет, террористическая организация Хамас, вы ее поддержали. Я? Вы. Ой-о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 й. Шалом, белорусы! Так и да, год был не цимис. Но благодаря нашему нежнейшему союзнику Израилю мы с уверенностью смотрим в следующий 5784 год. И если я там когда-то один раз по незнанке поддержал Хамас, то, как говорится, один раз не Хамас. И в качестве извинений я сегодня же подпишу указ о том, что обрезание теперь будет обязательным в Беларуси при приеме на работу, при поступлении в институт, в школу, в детский садик и, конечно, ясельки. И более того, я и себе готов сделать обрезание прямо сейчас. Сделал бы, но не имею с собой инструмента. У меня есть Вон отсюда, Коновал. Сам просил. А, Александр Григорьевич, тут опять проблема у нас огромная. Вот, поступила информация, что россияне требуют, чтобы Беларусь вернула им все долги и кредиты с процентами. А сколько ж там накапало? Больше 100 миллиардов. Доктор, ну сделайте что-нибудь, ну. Может быть, просто чуть-чуть обождем? Да я это говорю, сделайте что-нибудь, ну. Ну, в таких случаях обычная пощечина может помочь. Ну, так дайте ему пощечину. Я что, одноразовый? Вы давайте. Так, знаете что, вот он придет в себя, я скажу, что вы не хотели помогать. Ну, какой вы хитрый. Ага, давайте. Ах, ах. Ну, ладно, ну, можно стукнуть, чтоб наверняка. Раз. Два. Ты вообще охренел, что ли? Ты на кого руку поднял? Это он придумал. Александр Григорьевич, пишем новогоднее обращение. Да какое тут уже новогоднее обращение? Тут завещание писать надо. Если хочешь, я запишу, пожалуйста. Белорусы, соотечественники, я смотрю в будущее и вижу в нем Беларусь. Только в этой Беларуси я не вижу себя. А если я не вижу себя в Беларуси, значит и Беларуси существовать не зачем. Где моя ядерная кнопка? Стойте, 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 Александр Григорьевич, тут... Что еще может произойти? Инопланетяне пролетели. Пишем обращение к инопланетянам. Дорогие альфа-центавряне, альфа-центавра и Беларусь – это планеты-побратимы. Так было издавна. И я сейчас хочу обратиться к вам на вашем альфа-центаврическом языке. Александр Григорьевич, да нет, инопланетяне! Пишут, что Россия готова подписать капитуляцию в войне с Украиной. Ну, мне надоело переобуваться. Александр Григорьевич, ну вы же по-другому не сможете выжить. Я больше не хочу. Ну, один раз. Еще один раз. Последний? Да, да, последний. Сейчас, сейчас мы вот так вот делаем. Вот. Хорошо. Давай. Давай. Шановні українці, вітаю вас з Новим роком і з перемогою над рашистськими окупантами. Завжди підтримував вас у вашій боротьбі
проти загарбницької політики диктатора Путіна. І як казала моя бабуля, до речі, українка, це правда, можете погуглити. Так ось, вона казала моєму діду: «Слава Україні!», а дід їй відповідав: «Das ist doch recht, ich weiß nicht, was soll ich bedeuten!» Александр Григорьевич, что вы делаете? Вы опять же испортили! Я спускаю, да отстаньте от меня! Дизель-шоу. Доброго здоровочка. Здрасте. Нам нужен прораб Василий. Я за него. Здравствуйте. А вы кто? Мы приехали снимать сюжет о безопасности на Крымском мосту. Так, а ну вон отсюда. Давайте, дуйте. Тут режимный объект. Съемку заборонено. Вы что себе позволяете? Мы из Москвы приехали. У нас все согласовано на высшем уровне. Вот бумага. Первый канал? Первый. Вас что, не предупредили о нашем прилете? А у нас тут о прилетах не предупреждают. Не, может, кто-то звонил, но тут просто постоянно что-то бахкает, взрывается, что-то стройка идет, то я, может, и не чув. Так вы, значит, первый канал? Так. И что, приехали снимать на видео Крымский мост? Совершенно верно. Ну, это правильно. Снимайте, пока он еще стоит. В смысле? Мы чего-то должны опасаться? Да тут постоянно прилетают то дроны, то ракеты. Как же, ну тут же поставили наше передовое ПВО. Вот после этого в два раза больше стало прилетать. Раньше ж таки по мосту стреляли, а сейчас еще и по ПВО. В общем, наша задача снять сюжет о том, что на Крымском мосту совершенно безопасно, и по нему можно совершенно спокойно попасть в Крым. Да, можно в Крым, можно на небо. А что, простите? Вы, выходит, приехали брехню снимать? А что я питаю? Конечно, брехню. Вы ж первый канал, вы другого не умеете. Я вас снимайте. Не совсем понимаю. Это что у вас заговор странный какой-то? Чего странный? У нас так майже вся бригада балакая. Это древнерусский диалект? Скорее древний, чем русский. Так и залишився тільки на Кубани, в Воронеже и в Белгороде. Схожий на українську мову, скажи. А чому? Не ясно. В общем, это не мое дело, мы начнем работать, вы нам главное не мешайте, хорошо? Да. Вы главное в своем сюжете скажите, что мост уже ремонтировать бесполезно. Да и строить его нахрен не надо было. Давайте я сам разберусь, что говорить, хорошо? Да, отведите, да, пожалуйста. Да, конечно. Ром, готов, да? Сегодня отличная погода и отличная дорога по этому замечательному надежному мосту. Эта дорога символизирует будущее современной России. Великое будущее, в которое мы все хотим попасть. Вы не могли бы в сторону отойти? А что, мешаю? Мешаете. А, ну, говно вопрос. Как и ваш сюжет. Можно без комментариев? Да, ладно? Да, конечно, конечно. Так, начало у нас есть. Где там наша звезда? Звезда готова. Отлично. Теперь начало со звездой. Русские туристы уже ринулись в Крым по этому мосту, среди которых мы видим знаменитого человека, нашу кинозвезду. Что вы делаете здесь? Да тут прибрать треба. Уйдите, сейчас звезда выйдет. Отойдите, не мешайте. Как скажете. Известные русские люди приехали в Крым по этому Крымскому мосту, среди которых кино наша звезда. Вот. И мы сейчас узнаем, чего он ждет от этой поездки. Скажите, пожалуйста, какие ваши первые впечатления о Крыме? Дерьмо! Срань господня! Фак! Что вы несете? Откуда на мосту говно? Это из Москвы, Первый канал. Я не про это, я про это говно. А, это собачка у нас тут бегает. Я хотел прибрать, але он не дозволил. Так, не мешайте. Сергей, вы в порядке? Нет, я в дерьмо вляпался. Причем всей страной.
Так, давайте еще разочек, да? Можем начать сначала? Я не могу, нет, мне это настроение испортило. Мне надо еще раз настроиться. Настраивайтесь. Обождите. На дворе трава, на траве дрова. А на дне Москва. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот так вот в новостях и сказали. Шла Саша по шоссе, сосала сушку. Не, лучше вот так. Шла Раша по мосту и сосала, а просто сосала. Это кто такой? Что это за быдляк тут стоит, мне мешает вот это? Это прораб Василий, местный рабочий. Работай, рабочий, давай работай. Я, да, работаю. Подожди. Это ж вот тот вот известный артист. Да-да, это тот самый Сергей Бздюжев. Сергей Бздюжев, ё-моё! Ничего, я же ж ваш кумир. Я же ж... Можно я с вами селфи зроблю? Какой же селфи? Сейчас. Блин, а где тут камера у меня? Во-во-во-во. А, не та сторона. Сейчас, блин, память закончилась, зараза. О! Все? А, да, все, дякую. Все, иди давай отсюда, работай. Да-да, я тут работаю, ремонтирую мост. Молодец, один ремонтируешь? Ну да, один, остальные ссутся. В смысле, в туалет вышли? Не-не, боятся. У нас же тут постоянно что-то пролетает, что-то взрывается. После последнего прилета пол бригады как ветром сдуло. Фу. Мы что, уехали? Не, я тебе говорю, я к ветрам сдуло. Ударной волной, прямо в море. Фу! Вон панамка плавает, бачишь? Это Валера. Да. Приходите пугать ненародного артиста России. Все, отойдите. Да, давайте еще разочек Боже, где вы так запачкались? Я же говорю, в дерьмо вляпался, где? Я не об этом. Что с футболкой? Ой, блин! Это быдло меня испачкало своими руками. Да-да, это я. Дякую за фото. Я и за такие гроши продам. И что такого ценного в этой фотографии? Ты что, последнее фото живого Сергея Бздюжева? О! В смысле последнее? Вы обещали мне полную безопасность. Обещали. Ага, да, обещали. А украинцам обещали, что война не начнется. Это ж Первый канал, кому ты веришь? Так, я не буду тут сниматься. То есть как это не буду тут сниматься? Сергей, позвольте вам напомню. В Москве вам ясно дали понять. Вы снимаетесь в этом ролике, и только тогда они уничтожат компромат, на котором вы с Киркоровым играете в салочки. Знаете что, они мне это обещали перед концертом в Лужниках и перед поездкой в Донецк обещали. Да, но в этот раз честное-пречестное. Я вам даю честное, первоканальное. Обещаете? Обещаю. Вам верю. Все, идите переодевайтесь. Я переоденусь. Угу. Подожди. Ты хочешь сказать, что Бздюжев с Киркоровым? То есть получается, что Сергей Бздюжев больше гей, чем сер? Давайте договоримся. Вы ничего не слышали, ладно? Что значит не слышал? Я с ним сфоткался. Блин, треба удалить всю фигню. Послушайте, Василий, зачем вы это делаете? Вот зачем вы мне пугаете народного артиста России? Краще пуганый артист, чем как тот артист, которого чайки растащили. В смысле чайки растащили? Как чайки? Ну, дрон прилетел, а этот артист, как его, или безруков, или безногов. Но в итоге получилось, что и безруков, и безногов, потому что прямо за пазуху дрон скинул гранату, а все остальное уже чайки растащили. Не слушайте, вот наверняка какие-то местные страшилки, байки, да? Давайте с вами начнем работать, хорошо? Давайте. Быстренько сейчас снимем, пока спокойно, да? Хорошо, приготовились? Да. А уже неспокойно, тревога! Тревога! Ай, где? Как тревога? Уже тревога? Ложись! Тревога. Подождите, но нет сирен. Вы уверены, что тревога? Где тревога? Где-то или в желудке, или в двенадцатиперстной кишке. Блин, это сосиски пропавшие были. Главное, собака не съела, а я съел. Ой, чувствую одним местом. Скоро этому Крымскому мосту приснится жопа.
Давайте вы не будете нас пугать. С Крымским мостом ничего не случится, потому что Крымский мост — это капитальное сооружение. Ага, капитальное. Я еще думаю, а чего это нас каждую неделю заставляют рубить капитальный ремонт? Ну да, так, не слушайте его. Давайте быстренько снимем. Да, быстренько. Давай, быстро, 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 быстро снимаем. Снимай, все, быстро. Снимай. Делаем все быстро, быстро. Быстренько, быстренько. Быстро, снимем. Давайте быстренько. Да, 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 давайте быстрее, пока вот тот дрон сюда не прилетел. А, дрон, боже, дрон. Накройте меня своим телом. Пусть вас Киркоров накрывает. А вы уверены, что это дрон? 100%. Мамочки. Или чайка. Это чайка, да? Наверное, чайка. Скорее всего, чайка. Это чайка. Чайка, точно. Чайка, вставайте. Чайка бы махала крылами, а этот не машет. Точно дрон. А дрон, дрон. Строитель, закрой меня своим пузом. А, это баклан. Баклан? Баклан? Это кто? Это птица. Это баклан птица. Это птица. Это птица. Все в порядке. Украинцы почали робити нові дрони, називається баклан. О, чувствую, шандарахнет зараз. Так, это точно. А ну дай, дай посмотрю. Да что вы рассказываете? Нет там ничего. Никакого дрона, никакого баклана. Это облако. Ну, может, показалось. У меня зрение минус 7. Сергей, вставайте, будем работать. А можно я отсюда снимусь? Ну, типа, я так люблю Крымский мост, что готов целовать асфальт. Муа, муа, опять это говно. Сергей, вставайте. О, да. Вставайте, давайте. Все, сейчас готовы? Настроились? Да, да. Все, настроились, хорошо, давайте. Итак. Известные люди приехали в Крым, среди которых Сергей Бздюжев. Это значит, что на мосту совершенно безопасно. Скажите, Сергей, здесь безопасно? Да, здесь безопасно. Так, стоп, почему вы заикаетесь? Потому что здесь, сука, страшно. Давайте еще разочек, но поувереннее, хорошо? Да, поувереннее, да, все, да? Все, 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 я. Здесь безопасно, правда, Сергей? Да, здесь абсолютно. Да, автомат, автомат. Не автомат, это не автомат, не автомат. Василий, Василий, выключите долбилку долбанную свою. А что, мешает? Что? Мешает? Мешает. Тю. Сергей, вы в порядке? Ну, не совсем. Скажите, у вас есть запасные штаны? А что с ними не так? Все в порядке вроде. Ну, это с этой стороны. С внутренней не все в порядке. Я просто боюсь, что в кадре может проявиться. Ладно, идите в Гримваген, там три пары точно таких же штанов. Я быстренько. Ай. Так, Василий, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, когда мы снимаем, ничего не делайте. Можете ничего не делать? Вообще ничего? Вообще ничего не делать. Просто стоять и ничего не делать. Хорошо. Спасибо. Звезда, звезда переодела. Что с вами, Сергей? Что с ним? У нас провод коротить. Так, ну, нужно же что-то сделать. Василий, я говорю, сделайте что-нибудь. А мне не сказали ничего не делать. Это когда мы снимаем, не нужно ничего делать. А когда вот его так трусит, надо что-то сделать. А что, по-моему, ему нравится, смотри, как улыбается. Да нет же, ему плохо. Помогите ему, пожалуйста, Василий. Ладно. Так, его руками трогать нельзя. Не трогаем. Сейчас я его... лопатой. Какой лопат? Вы что, с ума сошли? Вы сейчас убьете меня, народного артиста. Чем? Лопатой? Да вы шо? Вот если молотом, то да. Каким молотом? Молотом можно. Василий, просто выключи розетки. Иди розетки? Розетки. Вот же розетка, ну, вот же розетка. Ну, есть, выключил. Ну, можно и так. Но молотом было бы наверняка. Сергей, вы в порядке? Абсолютно. Стоять сможете? Конечно. Да. Прекрасно. Опять в говно. Ну что ж вы? Я говорил, давайте я уберу, ну. Сергей, что вы за человек-то такой? Вы же могли мне убить народного артиста России. Мог? Ну вы же мне помешали. Здесь небезопасно. Здесь небезопасно. Безопасно. Сейчас дам свой оберег.
Тримай. О! О! Оцей оберіг оберігає мої сили, щоб я не перетрудився, коли буду собирати його по кусочкам по мосту. Власна штука. Ви з ума зайшли! Уберіть этот пакет! Я не хочу в пакет. Я хочу домой. Я домой хочу. Как домой? А как же в Крым? Не хочу. Тю, чего? Тут же ж так душевно. По-домашнему. Давайте снимем быстренько и поедем домой. Хорошо, быстренько снимем и все. Отойдите. Стоим, да? Стоим, смотрим в камеру, улыбаемся. Хорошо. Так. Как вы видите, даже известные люди стремятся попасть в Крым, несмотря на то, что на мосту продолжаются ремонтные работы. Сергей, здесь... Ракета! Дрон! Это не дрон, это не ракета. Секунду. Василий! Я же попросил не шуметь. Можете сделать перекур? Перекур? Перекур! Хорошо, перекур! Сергей, в порядке? Все хорошо? Штанишки сухие, все нормально. Работаем, давайте. Наконец-то подходит к концу ремонт моста, и мы видим, что это не помешало известному человеку приехать в Крым, чтобы вздохнуть. Сигарету можно? Держите. Дякую. Ремонт Крымского моста продолжается, но несмотря на это, наша звезда Сергей Бзюжев приехал в Крым, чтобы подышать свежим воздухом, чтобы посмотреть на солнышко, на птичек, и здесь абсолютно... Я, кто кажет, и говна, и ложку. Нет у меня ложки. Ну вот говно. Не-не, у нас так говорят, ну типа, сигарету и зажигалку, говна и ложки. Вот вам зажигалка, что у вас, ничего своего нету, что ли? Спасибо, да. Давайте еще раз. Да. Давайте. Известные люди приехали в Крым, среди которых известный актер Сергей Бзюжев. На мосту совершенно безопасно, и это подтвердит нам сам Сергей. Скажите, Сергей, это правда? Поувереннее. Газовая атака. Нет, не газовая. Василий, вы почему кашляете? Первый раз в жизни курю. А зачем вы курить-то начали? Ты ж сказал перекур. Я имел в виду, чтобы вы перестали работать, чтобы вы ничего не делали. Да как я буду ничего не делать? У меня график, мне стройку сдавать надо. Ладно, если вам надо работать, работайте, но тихо. Можете просто мешки тихонечко таскать и все. Могу. Спасибо. Пожалуйста. Все в порядке? Давай, мы включаем, да. Как видим, ремонт на мосту кипит, но известные люди уже приехали сюда. И скоро все российские туристы смогут приехать сюда, чтобы отдохнуть свежий крымский воздух. Как вам воздух в Крыму, Сергей? Это прилет! Не-не-не-не. Спокойно, спокойно, это вылет. Вылет. Это все в порядке, вылет. Не беспокойтесь, все хорошо, все безопасно. Хорошо. Давайте еще разочек. Давайте. Да. Давайте. Итак, не обращаем внимания, да? А Сергей Бзюжев на Крымском мосту, это значит, на мосту совершенно безопасно. Абсолютно. О, мені здається, знов треба штани міняти. Не треба! Не треба! 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 Сергей, соберитесь! Соберитесь! Нам от вас нужна всего лишь одна фраза, что на мосту совершенно безопасно, и в Крыму тоже совершенно безопасно для русских. Я не могу. Я не скажу. Нет. Ну почему? Я не могу. Ну вы же актер, сыграйте это. Я актер, я говно. Ну вспомните, вы когда-то были хорошим актером. Вспомните, как вы играли тогда. Войдите в тот образ, в тот еще образ. Помните себя героически. Я актер. О, я актер. Верю. Я... Включай. Что такое? Что ты за дым? Что за дым? Что за дым? Что за дым, Василий? Мы горим. Я как айсберг в океане, что плывет в сплошном тумане. Ничего. Василий, говорю, что это за дым? Это что, короткое замыкание или пожар? Не-не, это дымовая завеса обычно включают перед ракетной атакой. Ракеты! Нет-нет-нет, это специально делают для безопасности, чтобы ракета не увидела мост, она скроется в облачке, понимаете? Да-да, это кто-то умный у вас очень придумал. Так-то в мост сложно ж попасть. А когда есть облачко, себе, пожалуйста. А, все, я прятался. Куда вы? Куда? Куда? Алло. Бочку не можно, не трогай.
Я в Москву. Добрый день, а вы кто? Кто? Я прораб Василий. Подождите, но вы же сказали, что вы прораб Василий. Я не так сказал. Я сказал, я за него. Так а кто же вы тогда? Я? Головное управление разведки Украины. Ну что ж, бажаю вам гарних прильотів і учите фразу «Слава Україні!» Героям слава! Дизель-шоу! Ми запрошуємо вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти «Дизель-шоу» на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу України. Зустрінемо весну разом! Дизель-шоу. Добрый день, мы из Москвы. Ого, ничего себе. Да-да-да. Целая съемочная бригада. Да-да-да-да-да. Самой Москвы. А как вы к нам через минное поле проехали? Через какое минное поле? Ну, у нас дорога вся заминирована. Слушайте. Вы либо счастливчики, либо у нас минеры рукожопые. Так что, рассказывайте, с чем пожаловали? Смотри, нам нужно снять сюжет про настоящих воинов и героев. Так это вам не к нам. Мы ж в тылу. 7-я линия обороны. Подождите, какая оборона? Мы же вроде наступаем. Ну, видимо, так наступаем, что оборона не помешает. Слушайте, давайте я вас сейчас на фронт отвезу по тому же полю, как бы проверим заодно, счастливчик вы, нет? Не, подождите, на фронте страшно, а в обороне нам будет, я думаю, как-то поспокойнее, правильно? Ну, конечно. Я вам так скажу, сейчас и здесь сыкотно. Бывает и сюда прилетает. А знаете, я вам тогда тоже скажу, сейчас во всей России сыкотно. И в Белгороде сыкотно, и в Воронеже, и в Туапсе. Поэтому нас и попросили снять патриотический ролик для поднятия, так сказать, боевого духа. О победах на фронте, о захваченных трофеях. О победах? И, да, о победах и трофеях. О трофеях? Может, это просто о солдатских буднях? Ну, можно и о солдатских буднях, только давайте без унитаза, хорошо? Вот, поставьте его куда-нибудь. В смысле поставьте? Да здесь российская армия, вы что, еще стибрят или нагадят туда, как в прошлый раз? Не, ни в коем случае, это же раритет. Ну, подождите, вы как-то будете немного странно в кадре смотреться с унитазом, понимаете? Я? Ну, вы, да. Вы что, меня собираетесь снимать? Ну да, вы же были на фронте, правильно? Был. Ну вот, и давайте расскажите, как и что вы там делали. Правду? Конечно. Ну. Давайте, вот боевой офицер рассказывает о военных подвигах. Это же интересно. Вам лично удалось что-то уничтожить? Лично? Да. Лично я уничтожил танк. Офицер в неравном бою собственноручно подбил танк. Ну, почему подбил? А что? Утопил. А это был Абрамс или Леопард? Наш, Т-90. Ну там какая ситуация была? Я пьяный поехал в село за водкой. У нас на карте там ручей, а по факту Днепр. Вот. Теперь у меня позывной. Моряк. Понятно, очень интересная история. А знаете, лучше расскажите тогда об армии в целом. Об армии в целом. Об армии? Да. Правду. Конечно, правду. Нет. Почему нет? Меня ж посадят. За что? За дискредитацию.
Ай, так, послушайте, ну нам для сюжета нужны, ну, какие-то реальные герои СВО. Те, кто был на фронте, в горячих точках. Вот вы были на фронте? Был. Ну вот, отлично, где вы были? Под Херсоном. Подождите, как-то интересно получается, вы были под Херсоном, а сейчас вы здесь под Белгородом. Ну, там ситуация какая была. Нам, значит, дали приказ отступать, а где останавливаться, не сказали. А мы идем, смотрим, природа хорошая, вот деревья, луг, мы тут окопались, чего? А, понятно. Давайте я вам объясню, понимаете, нам нужны все-таки солдаты, герои, понимаете? Так вам герои нужны? Да, нам герои нужны. Так вот. Есть у нас, конечно. Вот, где? Вон они все, в том контейнере, рефрижераторе. Да, там их штук 150, наверное. А, или вам живые надо? Ну, конечно, живые нам надо, ну. Живые. И чтоб те, кто были на фронте, чтоб, да? Те, кто был на фронте. Блин, ну, те, кто были на фронте, они вон все в контейнере. А, послушайте, хоть кто-то у вас есть? Ну, хоть кто-то у нас есть. Ну, вот зовите их. Эй, уроды! А ну сюда, быстро! О. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. И ничего, если я тут белый трон поставлю? Ничего. И это кто? Это лучшие! Из худших? Из тех, кто остались. Слушайте, ну они какие-то стрёмные, правда? Не, ну я понимаю вас. Слушайте, может вы по старинке там поедете в Москву, возьмете актеров, намажете их там, накрасите? Да нельзя, актеров уже начали узнавать. То они в окопе сидят на фоне Белгорода, то с криками за родину штурмуют коровник, то недавно снимали сюжет про раненого российского героя, так он прямо в кадре начал кетчуп с лица слизывать. А одного вообще сначала сняли украинским военным, потом нашим, а потом перепутали и хотели обменять. Все запуталось. Ну, так, ладно, давайте попробуем работать с тем, что есть. Так, работаем. Мы находимся на передовой. Вот эти бойцы, настоящие герои России. Они только что вышли из ужасного боя. Им чудом удалось выжить после атаки нацистских хаймерсов. Посмотрите, как потрепало этих парней. Но ничего, уже завтра им выдадут новую форму, и они снова отправятся в бой. Не. Что не? Это мы им и выдали новую форму сегодня. Вот это новая форма? Не, ну она не прям новая, но тем, которые в контейнере, она уже не нужна, поэтому... Так, послушайте, не мешайте. У нас по задумке они только что вернулись из настоящего ада. А, вот это вы правильно сказали, да. Они все родом с глубинки России. Ад полнейший. Послушайте, сидите и молчите. Хорошо. Они остались живы только благодаря настоящей дружбе, плечу товарищей, благодаря вере в Россию. Не. Что не? Да они живы только потому, что в тылу. Завтра их уже не будет, не переживайте. Послушайте, почему вы постоянно перебиваете, а? Ну вы же правду хотели, я... Так, тихо. Так, парни, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас запишем на камеру с каждым из вас пару историй, хорошо? Давайте. Это для ТикТока? Вы отметьте мой аккаунт, пожалуйста. Я его продвигаю активно. У меня там много видео, там очень хорошо. Да. Класс. А на зоне это видео показывать будет? Так, Настя, мне вообще сниматься нельзя. Если мои узнают, что я живой, у них ладу отберут. Так что я это... Ну стоять! Кто уйдет со съемки, тому сразу пулю в спину пущу, понятно? Опять? Еще у вас одно и то же. Уйдешь с окопа, пулю в спину. Возьмешь унитаз, пулю в спину. Вы что, только в спину стрелять можете? Тебя могу в задницу. Лучше в спину. Это... Так, послушайте, а может быть кто-то есть другой? Может, у вас где-то все-таки завалялись настоящие герои, а? Да полно их тут валяется, вон там куча хорошая. Да живой, я имею в виду тот, кто был на передке. А прям чтоб на передке был? Да, чтоб на передке. Есть у нас такой. Зовите, отлично, приготовились. Антен! Звал Гуся майор. Так, сразу нет. Сразу чего нет? Нет, вы же с Москвы, вы же любите. Не надо, пожалуйста, сразу нет. Все, ладно. Антон, исчезни.
убирайте Антона, работаем, снимаем, будем снимать патриотичненько по-русски. Сегодня мы берем интервью у настоящих героев России. Вот они, русские люди, русский человек, представитель России. Представьте, пожалуйста. Ализбек Абдулмеджинович Каримов. По-русски не получилось, но... Ладно, все равно попробуем. Россия — многонациональная страна, и рядом со мной стоит настоящий герой. Да, герой, да. У меня больше всех. Да. Что больше всех? Подписчиков в ТикТоке, да. 74. Да. На 74 больше, чем у Маги. Мага не может зарегистрироваться в ТикТоке, да. Понятно. Ага. А вот на тех видео, что у вас выложены, там что? Там вы на видео подбиваете технику? Нет. А стреляете во врагов? Нет. А что? Я танцую. Я там танцую кавказский контемп. И еще, ну, там тренды всякие. Ну, сейчас вот это очень популярное. Скоро вообще будет Пасха. Курочка и колбаска. Хотите посмотреть мою колбаску? Нет, спасибо. Подождите, пока мы продолжим дальше. Вот представьте, пожалуйста. Иванов Игорь, статья 245 УК РФ, 5 лет с конфискацией. Ну, не обязательно было все говорить. Скажите, Виктор, вы откуда? С Бутырки. Ага, я понимаю, там находится ваша воинская часть. Нет, там другая, хорошо охраняемое заведение. Но вы здесь по зову сердца. Нет, я здесь по зову Евгения Пригожина, статья 44. Так, все, остановитесь, пожалуйста. Ну, а вы ведь воюете за свободу России. Не, я воюю за свободу Иванова Игоря, статья 245. Все, остановитесь, скажите мне, пожалуйста, вам вообще приходилось бывать в бою? В бою вы бывали? Конечно, у меня даже медаль есть. Серьезно? Прекрасно, снимай, давай. Настоящая медаль. Как вам ее удалось получить? Ну, короче, сидим мы с корешем в окопе. Ну, тут пуля шальная. Кореша, короче, все. Ну, а меня подфартило. Ну, а на груди у кореша медаль была, я взял. Мне за нее рублей 300 в интернете дадут? А-а. Жаль. Понятно, хорошо. А за что вы в тюрьму попали? Не, мне не для камеры, просто для себя интересно. Да по дурости там. Сидели с мужиками в гараже, бухали. По телевизору сказали, что за каждого уничтоженного леопарда платят по 4 ляма рублей. И... Ну я в зоопарк пошел, одного завалил. Ну а за второго меня уже менты приняли. Понятно, пока тоже мимо. Давайте попробуем поговорить с вами. Вы приехали сюда по зову сердца. По приказу военкома. Но вы готовы умереть за Россию? Если есть другие варианты, я бы рассмотрел. Послушайте, но вы же любите Россию. Конечно, люблю, но я не люблю умирать. А подождите, ну а как же подвиг дедов? Какой подвиг из-за этих дедов и из Кремля, и Минска? Мы все тут и сдохнем. Послушайте, ну при чем здесь это? Мы же воюем с фашистами, правильно? Вот скажите, вы видели фашистов? Фашистов видели? Видели, конечно, видели. Расскажите, когда, где? Ну, нам вчера показывали фильм «Аты-баты шли солдаты». Фашисты, конечно, звери, такие неприятные люди. А Быков молодец. Он такой с гранатой на танк. Вот это подвиг. Ага, скажите, а вот вы бы ради России могли совершить подвиг, как Быков? Не, как Быков нет, он же с Украины. Он против своих вряд ли пошел бы. Ну, хорошо. А просто совершить подвиг, не как Быков, ради России. Так я совершил. Да? Снимаем. Давайте, рассказывайте, да. Сейчас мы с вами узнаем, друзья, героическую историю нашего воина. Прошу. Ну, к нам приехали, значит, из генштаба. Так. Ну, товарищ майор поехал за водкой на танке. А мне сказали девочек организовать. Ну, где в части девочек найду? Антон был на задании. Ну, и мне пришлось своей героической задницей... Стоп! Труп. Я же тебе сказал об этом никому не рассказывать.
Да, да ладно, забыл ничего. Так, подождите, давайте просто успокоимся все и попробуем что-то все-таки снять. Скажите, что-то же героическое у вас должно быть. Ну, может быть, кто-то из вас спас, я не знаю, товарища. Ну, я спас. О, чё? Как? Давайте, расскажите. Ну, слушайте, короче. Да, знаете, я представлю, невероятную историю спасения боевого товарища расскажет простой российский парень. Поехали. Значит, ну что там, идем мы с другом по улице. По улице Донецка, разрушенного нацистами. Не, по улице Саратова, разрушенной временем. Идем, значит, видим, повестки раздают. Ну я другу говорю, слушай, давай, типа, ну, целоваться с тобой. Ну, они подумают, что мы эти, ну как их, ну эти. Ну и отстанут от нас. Ну, мы, значит, засосались. Ну, и так, друг меня взял за задницу, а я его за передницу. Я его взял, короче. Ну, мы заигрались, и ну, нас обоих загребли. И меня, и Антона. Ну, вот такая... Удали эту карточку. Послушайте, может быть, кто-то из вас был, я не знаю, в реальном бою, кто-то был? Да, я. О, отлично, прекрасно, давайте. Значит, мы штурмовали здание. Ну, я такой подхожу к зданию, дверь так, да, с ноги выбиваю сразу. Кувырок делаю, значит, и так с автомата, ра-та-та-та-та-та-та. Потом мага за мной, короче, делаю два кувырка. Кувырок показывать? Не обязательно. Не. Делай два кувырка из двух автоматов. Ра-та-та-та-та. Вот так вот. А за ним Абдулла. Короче, делает три кувырка из трех автоматов. Ра-та-та-та-та-та-та. А Саур, мой друг, он должен был снимать это все на видео. Но он кнопку не нажал. Короче, потеряли мы друга. Мы с ним не разговариваем, может. Послушайте, ладно, давайте еще раз попробуем по-другому. Ну, скажите, может быть, кто-то из вас подбивал технику? На всякий случай уточню, украинскую. Вот, отлично, снимаем. Какую технику вы подбили? Что это был? Хаймерс, Леопард? Комбайн. Хорошо. Нацисты переоборудовали сельхозтехнику специально под танки. Да? Не, кухонный комбайн. Я в дом захожу, значит, смотрю, комбайн стоит кухонный. Но я его подбрил. Я спросил, кто подбивал. А, подбил, мне показалось, да. Подбрил. Так, ладно, все, попробуем еще раз. Сначала все, перематывай все к началу. Может быть, кому-то из вас, сложный вопрос, тяжелый, приходилось убивать? Отлично, расскажите, как это было? Да я следователю, в принципе, рассказывал. В Барнауле драка была по пьяни. Ну, там... Я имею в виду здесь, на войне. На войне? На войне. Какая война? Подождите, у нас специальная военная. Заткнись! Слушайте, так, что? Слушайте, у меня здесь было. О, что было? Давайте, рассказывайте. А значит, чищу я автомат. Так, я так понимаю, в окопе. Ну, в казарме. Еще такой думаю, снимать рожок, не снимать. Думаю, не снимать. Значит, чищу, и тут друг подходит ко мне и такой, эй, у меня автомат, бах, из рук, бух, и все, друг, нет. Вот так я убил. Понятно, как его фамилия? Ну, чтобы хоть родственникам сообщить, из-за кого это произошло. Да я не помню. Сейчас скажу, у меня его лопатник где-то. О, Господи. Подождите, давайте, смотрим на меня, я прошу вас. Может быть, у кого-то из вас, я не знаю, были ранения? Да, да, у меня. Вот, отлично, пулевое. Да, ножевое, да. Я так понимаю, вели ближний бой, правильно? В окопе с укропом. Нет, на кухне с ножом и картошкой. Это не подходит. А еще аппендицит мне вырезали. Нет, тоже нет. А травма в голове в детстве была, я с овцы упал. Нет. Слушайте, у меня пулевое было. О, давайте, рассказывайте. Значит, чищу я автомат. Так, сразу нет. Не, вы дослушайте. Чищу я автомат, а напарник мне говорит, ты это, в курсе, что с ранением комиссуют? А, я понял, вы сами себя встрельнули, правильно? Нет, нет, я майора попросил. Я как узнал, что он задумал,
Я ему сразу в упор всю обойму выпустил. Вот, а одна пуля только в пятку и попала. И то рикошетом. Я понял. Послушайте, меня не интересуют ваши внутренние разборки, это понятно. Меня интересуют боевые ранения. У вас были? У меня. Вот, рассказывайте. У меня все тело в шрамах. Осколки? Комары. Да под Херсоном дело было. Они как налетели. Они вот такие вот. Вот реально. Я вам говорю. Они с какой-то биолаборатории. Давайте нам еще про боевых голубей расскажите. Что, вы? Снимаем. Это может быть интересно. Я тут закрыл одну боевую голубятню. Слушаю вас. Подхожу к кабинету генерала, открываю дверь, а там генерал Антона полирует. Я говорю, фу, голубятня, и дверь закрыла. Хорошо, давайте по-другому. Вот просто, вы можете что-то сказать нашим зрителям? Стоит ли им принимать участие в СВО? Да без базара, пацаны, отвечаю, вот. Нормальная тема. Из моих корешей еще никто не вернулся на зону. Это уже хорошо. Где они сейчас? Ну, в основном в контейнере. Может быть, вы? Да, да, все СВО, на все должны идти, потому что мы должны защищать русскоязычное население. Может, защищать? Да, да, защищать. До тех пор защищать, пока вот, ну, до самого окончания зачистки. Защиты? Да, да, зачистки. Слушайте, а можно я посоветую? Давайте. Слушайте, пакеты не берите, здесь выдают. Хорошо, ладно. Давайте попробуем, знаете, просто снимем трогательный момент, как вы, например, общаетесь со своими родственниками. А ну, что, можно общаться, конечно, что ли? У нас нет этих телефонов. Я дам вам телефон. Ой, правда? Сейчас я позвоню. Давайте. Тетя Надь. Алло! Алло, тетя Надь, здрасте! Алло, Кеш, ты? А? Как у вас дела? Как там Олежка? Тетя Надь, я хотел вам рассказать. Значит, чищу я автомат. Тетя Надь, ну, в общем, как бы нет больше Олежки-то. Спасибо, спасибо тебе, Кеша. Ура, Вань, ты слышал? Мы наконец-то Ладу получим. Радость какая! Не благодарите, тетя Надь. Так, ладно, может быть, с вами попробуем. Хотите? У вас вообще есть жена? Три. О-о-о! Да. Хорошо, вас отлично. Звоните им. Да. Алло, здравствуй. Дорогой, как там Гульнара? Хорошо. А Зурфия как? Хорошо. А Игорь? Хорошо, да. В общем, вся отара хорошо, да. Да, дай трубку ему, пожалуйста. Да. Привет, это я. Как ты там? Я тебя тоже... Я скучаю по тебе. Очень скучаю. Можно? Все, хватит. Я не знаю, каким образом выключаем. Мы каким-то образом вернемся и все смонтируем в Москве. Все, хватит. А что, все получилось у вас? Снимали? Да. Отлично. Слушайте, может, останетесь у нас с ночевкой? Поздновато уже, знаете, по минным полям ездить. А что, можно остаться? Ну, конечно. Вы как, кстати, к баньке относитесь? Ну, нормально. Настоящая русская? Конечно, настоящая русская. Сейчас Антоха вас отпарит. Знаете, как он парит круто? Эй, стой, Антоха, давай баньку. Да-да, товарищ полковник, да. Где мы? На пляже. Чё сразу пинаем? Копаем. Говорю, не бухаем. Копаем. Да что за связь такая? Окопы. Да не на попе. Окопы копаем. Ну чё так долго? Ну долго, потому что вы бы нам нормальные лопаты дали. Ну, да,
Хорошо, хорошо, все, сделаем. Да. Блин. Ё-моё. Давайте, мужики, копайте быстрее, я прошу вас, а то нас потом полковник за это посадит. В тюрьму? На черенок от лопаты. Опять? Это что за фигня? У меня до вас аналогичное питание. Мы русские солдаты. Серьезно? Ой, я думала, что снова на берег выбросились. Вы из Москвы? С Ростова. Не, я имею на увазе крейсер Москва. Не? Не буду вам заважати. На годиннику 10 ранку. Температура повітря у Ялті 25 градусів. Температура води 18. Бажаємо всім слухачам радіо Крим.ua гарного відпочинку. А далі прогноз погоди на сьогодні. По всій території Криму очікується багато бавовни. Хоча багато бавовни не буває. Це точно. Женщина, вы что тут делаете? А? Аналогичное питание. Вас здесь быть не должно. Ну, хлопцы, если честно, то и вас також. Ще с 14-го року. Я не понял, вы кто такая? Владычица морская. Я сейчас серьезно. Якщо серйозно, то я правнучка мольфарки Олени. Так. Так, женщина, я сейчас вас прям серйозно-серйозно спрашиваю. Серйозно-серйозно? А що таке? Ти хочеш познайомитися? Я тобі одразу скажу, шансів у тебе ноль, тому що дюймовочка кроту не пара. Кто вы? Что вы здесь делаете? Та що не видно? Я відпочиваю, заграю. Я, може, і скупнулася, але тут якісь придурки перекопали пляж. Не знаєте, які? Это мы. Давайте копать, я с ней сейчас разберусь. Так как вот эти лопаты копать-то? Блин. Ладно. На тебе мою наградную. Юбилейно. Последняя у нас в батальоне осталась. На. Лопата. Настоящая. О, до электричного кабеля докопал. Я вам кажу, хлопці, якщо ви не місцеві, то краще тут не копати, бо вб'є. Тож, нафиг з пляжа, я тут ляжу. Я вам сказал, здесь нельзя лежать, нельзя загорать, нельзя купаться. В Криму, на пляжі. Ви б краще панамочку одягли, бо вам щось голову напекло. Я не понимаю, а почему ви со мной разговариваете на иностранном языке? Ви що, з України, що ли? Так, я з Ялти. А Ялта – это Крым! А Крым – это Россия! Ні-ні-ні-ні. Росія – це білий прапор на Олімпіаді. Росія – це з 10 літаків злітає один. Росія – це туалети на вулиці. Ось що таке Росія. А Крим – це українська здравниця. Була, є і буде. Я... Сподіваюсь, ви там не туалет копаєте? Ні. Це правильно. А що, шукаєте щось? Якщо воду, можете не шукати, її тут немає.
Ви коли прийшли, тут не стало ані води, ані бізнесу, ані нормального життя. А ну-ка, собрали манатки і пішли вон отсюда! Ти що, не чуєш? Собрав манатки і вон отсюда! Пошов. Ти дебіл, стой, это я не тебе, это я вам говорю! Ах, то мені! Вообще, здесь сейчас могут начаться боевые действия. О, серьезно? А против кого вы будете воювати? А я знаю, против биологичных комарів. Чи, може, проти чаек-гібридів? Або, може, ви очікуєте дельфінів, наколотих українцями? Точно, зараз один як вистрибне, як відкусить тобі голову, а тебе... Осьотер зараз чпокне, і будеш ти ходити з пузом повної ікри. Ой, щось і мені, по-моєму, голову напекло. А, Панама тут. Значить, не напекло. Все, вважайте, що мене тут нема. Як це вас нет? Ми ж вас видимо. В 2014 році ми вас теж бачили, але ж ви сказали, нас тут нет. Так, жінка. Уходите по-хорошему! По-хорошему вже не вийде. Будемо з вами битися. Я була чемпіонкою каледжа. Давайте, нападайте на мене. Давайте. А чого ви не нападаєте? А, ви ж в обороні. Тоді я буду на вас нападати. Ну, добре, почекаю на ленд-ліз. Так, жінка! Нам надоело это, а ну убирайтесь отсюда, а то мы наряд вызовем. Да, господи, друга армия світу вызовет наряд, чтобы справиться с однією тендітною жіночкою. Ой, боже, фу на вас! Ай, прям в глаз! А! Ну все, вы чё? Меня достали. Вот это уже реальный акт агрессии. Все, сейчас я вам устрою. Сейчас. Ну все, женщина. Да что ж такое, заело что ли, я не понимаю. Да что ж ты, дурня такая. Дай сюда. Ребят, что это было? Работает. Работает. Не работает. Я сказала, у меня прабабка была мольфарка. Женщина, ну ходите отсюда, пожалуйста. Да, последнее предупреждение. Освободите пляж. Так вы же освободители. Вы освобождайте пляж. Давайте, дуйте звідси. Бо я зараз буду переодягати купальника. Ви ж не хочете побачити бойового українського кабана? Давайте, відходьте. Десь кілометрів на 600 відійдіть. А краще на 800. Давайте. Да никуда мы не уйдем. Да. Россия здесь навсегда. Ой, я уже це чула в Херсоне. Мне кажется, что это у вас такой девиз перед актом доброй воли. В Крыму точно навсегда. Точно навсегда? Ну, точно. В Крыму вы навсегда, только если вас поховают. До речі, а ви для чого це википали? Себе. Це ви правильно. А скільки людей поміститься? Взвод. Це дуже добре. А як ви вирішили, один хрест буде великий чи багато маленьких? Не будет тут крестов никаких вообще. И это оборонительные сооружения. Да, и вообще мы скоро в нападение пойдем, нам так командование сказало. Оборонительные сооружения для наступления? Вы передайте своему командованию, чтобы они панамочки одягли теж. Похоже, им теж голову напекло. О, боже. До речи, а от кого вы тут обороняться зібралися? От украинцев. Боже, від цих святих людей. Ха! А чого це вони святі? Ну, ви ж самі казали, у них немає ані літаків, ані кораблів. То що ж вони? А ті Ісус по воді до вас прийдуть?
можно подумать, вы не боитесь наступления украинцев? Я боюсь только, что его снова перенесут. Ничего-ничего, даже если перенесут, мы им тут устроим. Мы встретим как надо. Чем? Черенками від лопати? Нічого-нічого, ЗСУ прийдуть, вони вам тут влаштують морські атракціони. Вони вас і на банані покатають. І думаю, що буде у вас дайвінг-екскурсія на крейсер «Москва». Без балонів. Кокородза! Кокородза! Тихо ти! Кокородза варена кросворде! Привіт, Валюха! Ой, Людка, і ти тут! Привіт! Хать копать, понаривали вони тут свинократиці! Це ж вони копають тунель до Москви. До корабля. Це точно. Ой, дай мені кукурузку. Тримай, свіженька тільки зварила. І ще кросвордик дай, будь ласка. Та на здоров'ячка. Дякую. А ви, хлопці, хочете кукурузку? Да. 500 гривень качанчик. А в рублях це скільки? А в рублях? Це фіг тобі, а не кукуруза. Ну дайте один качан. У друга візьмеш. Людка пішла, а то мені ще до вечірньої бавовни треба встигнути. Давай, Ваюха, давай! Кокородза! Варена кокородза! О, відчуваю, хлопчики, тікати вам потрібно. Чого це? Бо зараз буде повітряна тривога. У мене після кукурудзи завжди повітряна тривога. Ой, Господи, ні-ні, пронесло. Так, що у нас тут? Ага, одноклітинний організм без мозку, 9 літр. Вас як звуть? Толя. Коля. Толя і Коля підходять. Так, частина військової екіпіровки російського солдата, 5 букв, останній є Т. Жилет! Пакет. Пакет. Підходить. Так, ага, президент РФ, 5 букв. Пу. Йло, це я знала. Да она издевается над нами. Так, женщина, все, вы уже достали конкретно. Здесь нельзя лежать, сидеть, смотреть, плавать, разгадывать кроссворды. Ничего нельзя. Господи боже ж, ты мне добрый, я не буду. Книжку хоть можно почитать? Что это книжка? Такая штука. Можно. Дякую. Тарас Григорович Шевченко. Ой, так не надо нам вот этих ваших украинцев там всяких. Не так, надо. Так тут же ж и про россиян есть. Слухайте. Вот так подивишься сдаля на москаля. И ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина. Очима блин, губами плям. И десь трапляється хвилина, його буває майже жаль. О, видите, даже Шевченко нас жалел. Да. А ближче підійдеш, скотина. Скотиняки. Все, реально, она меня достала. Все, вылазь. Давай сейчас просто возьмем ее сейчас и унесем отсюда. Давай. С пляжа. Все, надоели вам просто. Давай сейчас. Все, тетенька, до свидания. Що, не виходить? А, ні. Це я ще до літа схудла. Готувалися до пляжного сезону. Давай ще раз. Давай. Почекайте, а є запасні штани у вас? Єсть. Єсть. Тоді давайте. А знаєте, чому у вас не виходить? Бо скільки би ви отут от не старалися, не тужилися, у вас не вийде вигнати українців з їх землі. Бо з нами Бог. О, мені здається, і він гнівається на вас. Это что? Это наступление началось. Это наступление началось. Мы сдаемся. Мы сдаемся. Да стойте, подожди, какое наступление? Это просто гром. А,
Не сдаемся мы! Русские не сдаются! Понял, Гром? Сдаемся! Так, ну я відчуваю, вже я не позагоряю сьогодні. Піду додому. Хлопчики, допоможіть, будь ласка, зонтик зібрати. Ой. Наконец-то ми його вигнали. Рай. З удовольствием. Ой, а я вам поки прочитаю про грозу за мотивами Ліни Костенко. Гроза проходила десь поруч. Було то блискавка, то грім. Вона хотіла на Одесу. Та чомусь вітер дув на Крим. Над світом білим, хтось всі спіралі перегрів. А хмари бігли і спотикалися об грім. Лотаття ніжилось в озерах, хитали рязку карасі. Черкнула блискавка по зелах. Аж полягали вони всі. Ось така вона гроза в українському Криму, яку ми всі так чекаємо. Ми запрошуємо вас на теплі. Весняні. Веселі. Надихаючі. Березневі. Яскраві. Сімейні. Патріотичні концерти Дизель-шоу на підтримку ЗСУ. 3 дні поспіль ми будемо радувати вас новими жартами. 1, 2, 3 березня запрошуємо вас в Жовтневий палац. Сміємося разом ворогам на зло та донатимо на ЗСУ. До зустрічі на концертах найкращого шоу України. Зустрінемо весну разом! Дизель-шоу. Добрый день, батюшка, я сяду. Так это ж не я, это суд решает. Советую Печерский. Там лучше договориться можно. Да нет, я в смысле рядом с вами-то присесть можно, нет? А, это пожалуйста. Ага. Ну, батюшка, я ж не просто так сел, я как бы хотел с вами, ну, вот это вот обсудить, как бы тут, обсудить. Что? Блин, я просто забыл это слово, как оно называется. Ну, вот у вас оно там так называется, оно у вас есть там, как оно у вас называется? Где у нас-то? Ну, в церкви. Ох, господи, в церкви есть литургия, есть отпевание, есть проповедь, есть заповедь. Не то. Вот там, где грех. Вот там, где грех у вас, и там, как бы, когда двое закрываются. Послушай, у нас, конечно, бывали такие в церкви случаи, но это не приветствуется. Да ладно, чего мне такой рассказ? Я же сам видел много раз то мужчина с батюшкой, то женщина с батюшкой. Мальчика я видел даже. Ты иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову. Мне и так надоело это выслушивать в суде. Ты еще. Странный вы какой-то. У меня и жена такое дело у вас, и кум дел. Вообще обычное дело. Вместе? Не, по очереди. Ну, сначала жена с батюшкой, потом этот кум с батюшкой. Ну, лично я просто, я вот не очень люблю это дело. Они говорят, ну, прямо им нравится, помогает. Особенно перед тем, как яйца. Пошел вон отсюда, придурок. Блин, исповедь, вспомнил я, исповедь, батюшка, блин. Господи, что сложное слово такое. Ну, конечно, сложное слово. Главное, Галентваген я помню, авторизация я помню, исповедь. Но оно сложное, оно странными буквами собирается, батюшка. Так ты исповедоваться хочешь? Ну, скорее поболтать я просто хочу. Ну, болтай, все равно делать-то нечего. Ну, что рассказывать-то? Ну, смотрите, значит, жил я себе нормально. И тут, блин, все как поперло мне, батюшка. Деньги, блин, много денег. И прям столько, что я не видел никогда столько денег. И главное, несут и несут, несут и несут, несут и несут. Представляете, понимаете меня? Ну,
Еще как я тебя понимаю. Несут и несут. Ну-ну. Ну, да, у вас же похожая схема, правильно? Ты давай не богохульничай. Похоже. Про деньги я понял. Вижу по костюмчику, что не с рынка, а с последней коллекции. Ну да, я вижу, вы разбираетесь, судя по вашим туфлям. Давай ближе к делу. Ты кто, бизнесмен? Ну, не совсем. Чиновник? Ну, нет. Барыга? Уже ближе. Военком. Да не бойтесь, батюшка, я не за вами. А я и не боюсь. У меня бронь. Не, батюшка, это вы так думаете, что у вас бронь? А я такое ВЛК бронебойное собрал. Она любую бронь пробивала вообще. Серьезно, я вам говорю. Чудеса творила. У кого вдруг бах и палец отрастал. У кого болезнь страшная пропадала. А у кого кто-то говорил, а что я пойду, у меня трое детей. А тут бац, я делал так, что все трое не от него. Короче, у кого одних брал, другим приписывал. Ну, правильный принцип. Забирай у бедных, отдавай богатым. Слушайте, бабки рекой текли, серьезно. Я уже даже их даже лопатой этой греб. Серьезно, лопату купил, вот лопатой удобно, оказывается, деньги грести. Все подвалы набил. Что ты мне рассказываешь? У меня совковая лопата для снега. Я хотел у вас спросить, ну вот когда вот такая вот ситуация, как бы, что обычно в таком случае советуют? Обычно советуют второй приход открывать. Прикольно. Не, ну у нас так нельзя, к сожалению. У нас количество приходов строго регламентировано. Ну да. Так а что с деньгами-то ты сделал? На армию отдал? Не, я сначала машину купил. Для армии? Для жены. А потом? Потом бизнес по пошиву одежды и открыл. Одежда для армии? Для жены. А потом дом купил. Для штаба. Не, в Испании. О, так мы еще, прости господи, соседи. Класс! То есть, выходит, ты армии своей никак не помог? Че это? Еще как помог? Я в батальон Монако целую роту отправил. О, этих я знаю. Этих я часто исповедовал. И в Монако, и в Куршавели. Сколько грешников наших там сейчас? Только об этом никому. Да ладно, батюшка, я ж понимаю, одним миром мазаны. Ой, Ли, ты за бабки отмазывал от службы, а мы за нашего главного $1 000 000 внесли, чтобы он продолжил служить. Лям, такой схемы у нас еще нет. Ну, вы молодая организация по сравнению с нами. У меня вопрос. Ладно мне, священнику, но тебе-то, военкому, зачем столько денег? Блин, ладно, расскажу. Значит, смотрите, батюшка, у меня психологическая травма, фобия. Я боюсь пенсию. А чего ее бояться? Она же маленькая. Вот поэтому и боюсь. Я ж понимаю, она маленькая, поэтому я решил все свои силы направить на то, чтобы купить пенсионный фонд. Ничего себе вы наколядовали. Ну, вы знаете, вообще там все так закрутилось, что я опомнился только, когда начал выбирать, какой клуб в Испании себе купить. Ночной? Футбольный. Ничего себе. Угу. А почему именно Испания? Ну как, ну, во-первых, это страна НАТО, правильно? Безопасно. Ну, а есть и поближе страны НАТО? Болгария, Румыния? А там уже моя жена дома купила. И поэтому мы теперь как бы расширяем наше семейное НАТО на Запад. А жена тоже военком? Не, можно сказать, она домохозяйка, начальник налоговой. Да, она, кстати, эти дома у других военкомов покупала. Ну, те, правда, побогаче. Побогаче? Я вообще по меркам военком Forbes даже не в первой десятке. Подождите, у вас есть журнал «Военком Forbes»? Не, это мы так нашу закрытую группу в Вайбере назвали. Ага, ладно, так все-таки от меня-то чего тебе надо? Потому что пока на исповедь не похоже, больше на хвастовство. А, ну да-да, батюшка, виноват. Значит, смотрите, мне совет ваш нужен. Потому что сначала мне казалось, что ну прям все у меня зашибись, ну все по плану идет. А тут журналисты налетели. Серьезно. И давай все вскрывать. Откуда машины, откуда виллы, откуда деньги? Вот у вас же наверняка это спрашивали. Вот вы что сказали?
На все воля Божья. Не, я тоже так сказал, но мне табло разбили. Вот. И потом дальше стали копать. Откуда деньги? Как ты выезжал за границу? Я говорю, как я выезжал? У меня вообще-то справка, я больной. Ну, наверное, я точно не знаю. У меня в справке написано сложная форма варикоза. А хрен поймешь, это голова или жопа. Я не сильно разбираюсь. Ну, короче, начали копать и докопались. Ну, вы же меня понимаете. Еще как понимаю. Ко мне сразу с обыском прибежали. Ух, безбожники. СБУшники. И главное, я почти все смог объяснить. Деньги это прихожане мне приносили. Кокаин это диакон перепутал на масленицу с мукой. А драгоценные камни это... Тоже прихожане приносили. Нет, там другое объяснение было. Вот Иисус из воды вино делал, а я из булыжников алмазы. Класс, правдоподобно. Все бы было хорошо, если бы они в подвалы со слитками не поперлись. Ни хрена себе, у вас подвалы со слитками. Я о таких пока только думал и мечтал, блин. Ну и как вы все объяснили? Всю правду сказал. Была прихожанка у меня, бабка Авдотья. Ага. Говорит она мне однажды, батюшка, только вам доверяю. Вы самый праведный, самый законопослушный. Вот доверяю вам свои золотые зубы. Я говорю, Авдотья, зубы, неудобно как-то. Она говорит, знаю, поэтому и переплавила их в слитки и давай отгружать 2,5 тонны. Подождите, это сколько ж у нее зубов-то было? Ой, да у нее там в 3 ряда росло, там мутация какая-то, даже не знаю. Ее в селе даже называли бабка-акула. Слушайте, батюшка, а если проверят? Да, пожалуйста, могу и адрес сказать. 3-й квартал, 2-й ряд, серебристая уградка. Приходите в любое время, она всегда там. Хитро, батюшка. Слушайте, я прям не понимаю, за что вас тогда взяли? По тупняку. Нашли удостоверение ФСБ. А вот это реально залет. И я главное говорю, ФСБ это филиал службы Божьей. А они нет, не поверили. Ну да, слушайте, перестала система как-то доверять своим верным слугам. Да. Мне теперь тоже стрёмно, знаете. Ну вот тут останусь, посадят за то, что, ну, отмазывал тех, кого надо. А если на фронт пойду, ну, типа на фронт, естественно. Спросят за то, что незаконно мобилизовал тех, кого не надо. Ой. Да, ждет тебя суд народный, а меня еще того хуже. Божий суд. Я ведь только здесь в Бога начал верить-то. Слушайте, батюшка. А можно вам вот такой личный вопрос? Валяй. Можно, да? Вот смотрите, ну вот, допустим, я умру. Что значит допустим? По-любому умрешь. Солдаты с фронта вернутся, они тебя и в Испании найдут. Не, я не об этом. Я вот, мне, чтобы в рай попасть, мне вот с кем там порешать можно? Не волнуйся, там за тебя все порешали. Не, ну я серьезно, там есть к кому обратиться? Там единое окно. А, не, мне так что, без очереди. Ну, может меня там кто-то встретить? Встретит тебя, апостол Петр встретит. А, и то есть с ним можно порешать, да? Не нужно ничего решать. Он задаст тебе пару вопросов, как жил, что хорошего в жизни сделал, и все. А, понял, анкетирование. Анкетировал. Все, тогда мне осталось только понять, ну, чтобы в рай попасть, нужно ли проходить медкомиссию. Ты не волнуйся так, сын мой. Вообще не парься. Все равно в рай военкомов и гаишников не берут. А гаишников за что? Бог знает. Не того остановили, наверное. А можно и мне личный вопрос? Да, пожалуйста, конечно. А можно через тебя... выезд за границу порешать. Блин, батюшка, ну вот прям вот через меня сейчас, конечно, будет проблематично. Но я могу у своих спросить, а вам куда именно там? Что, Польша, Румыния, Молдова? Запоребриковое государство. Блин, ничего себе, у вас что, русский паспорт? Типа у тебя нет.
Нет, я патриот. У меня испанский. Ну, я еще до войны получил. Господи, что мы с тобой делаем в этой стране? Что мы делаем? Походу, сидим. Сидим. Ага. Так, Гусаров и Попов. Ага. Еще 5 хвилин и убит. Я сколько раз говорил не Попов, а Попов. Я тебе с раковым называть буду. Еще раз почую ворожу мову. Взагалі залишитесь без обіду. 5 хвилин прогулянки і по камерах. Як скажете? Добре, добре, добре. Добре. Ну, до речі, в камері хоч це є. Wi-Fi. Рахунок хоча б перевірю. Тому що, знаєте, мені ж досі кидають гроші. Ну, так. Схема працює. Так, в камерах дуже зручно. Ага. Класна ідея з цими платними камерами. Хто придумав, за цього треба молитися і молитися. Це, до речі, мій знайомий воєнком відкрив, так? Тільки дорого тут. А скільки? А ви що, не знаєте? Так не я ж плачу за себе, а наша організація. А, вам легше. За мене жінка платить. І постійно жаліється, що в Іспанії вілла дешевше, ніж тут камера. Так, в Україні все дорого. Ага. Вітаю вас, шановні. О, вітаємо. І дуже поважні в певних колах люди. Чому це? Ну, разве тут? Ну, а, так. Так. Сідайте, будь ласка. Новенький? Ой. За що? Ну, ні за що. Суддівський произвол. Безпреділ. Та ви що, прям як в нас? Ні, ну, уявіть собі, в країні війна. Кожен день бомби, ракети. А я саме та єдина людина, хто вирішив облаштовувати бомбосховища. Свята людина. Барабани туди, самі дорогі, пательні за 750 тисяч. О, слухайте, я знаю, в мене така, вона дуже зручна, в мене в Іспанії стоїть. У нас в лаврі 2 таких. Пилососи, комп'ютери, картини, пароварки. Ні на чому не економив, а вони мене в тюрму. І не кажіть. Я все для людей. Купив 15 головоломок, майже за 1 мільйон. Зараз мені вже цікаво стало, що то за головоломки за 1 мільйон. А оце перша головоломка. Все для них. Навіть почав будувати бомбосховище в Закарпатті. Навіщо? Ну там вже майже тихо. Все одно сикотно, коли ми туди на відпочинок їдемо. ВІП-сховище з басейном, спа. Слухайте, давайте, коли ми вийдемо звідси, ми всі разом поїдемо, запрошення зробите нам? Боюся, що не вийдемо. Як не вийдемо? Мені треба. Я там на 5 мільйонів дронів для армії купив. Та ви що? Так, вже навіть завіз, розмитнення зробив. Трохи не встиг продати цим волонтерським фондам. Ой, там зараз такий ажіотаж на них, а я тут застряг. Втрачаю гроші. Непоганий бізнес. Я не розумію. Ви майже свята людина. За що вас сюди? Перегнув трошки. Зробив платний вхід до бомбосховища в Києві. Ні, ну це все одно для їхнього блага. Так. Так, Україна така багата країна, що і воює, і ще й грошей вистачає таких, як ми, годувати. Правда, бачите. На наш вік вистачить, а там гори воно все вогнем. Гори воно все вогнем. Так, прогулянка закінчилась. Оце слухаю я вас і розумію, що немає вже більше іншого виходу. Батюшка, сповідайте цих двох і самі помоліться. Ви не маєте права. Це не за законом. Це зверху так вирішили? Ні, особиста ініціатива. Послухайте, а може нас просто на фронт відправити і все? А навіщо зрадники на фронті? Щоб на ту сторону було ближче бігти? Ні, в нас воюють ті, хто збирається в цій країні жити, а вам на неї начхати. Зараз на фронті б'ються найкращі чоловіки, а таких, як ви, можна і в тилу розстріляти. Бо поки там за вас хлопці в окопах свої життя кладуть, ви тут
липовими довідками торгуєте. Я готовий відпрацювати. Я хороший менеджер. Від таких хороших менеджерів страждають і армія, і вся країна. Вам краще інше слово більше підходить на «М». Бо заробляти під час війни на зброї, на армії та бомбосховищах можуть лише мудаки. Ой, я так важко заробляв ці гроші. Нічого. Разом з ними ми вас і похоронимо. Так, може, мене пожаліти? Ну, його зрозуміло, за що? А мене? Я ж нічого такого не робив. Не зробив? Та одна ваша проповідь гірша, ніж 100 снарядів. Бо вона виправдовує війну, виправдовує ворога. І взагалі ваш московський офіс благословив орків на знищення українців. Не буде вам прощення ні від народу, ні від Бога. Знаєте, я з вами погоджуюсь. Треба їх посадити в тюрму, от, або розстріляти їх краще, а мене просто залишити в тюрмі. Можна так зробити? Угу. Ще не вистачало годувати вас за народні кошти. Недарма кажуть, війна – це очищення нації. На долю українців випало будувати нову державу і зрозуміти. Своя держава і своя земля даються не референдумами чи подарунками царів, а тільки пролитою кров'ю в бою. І української крові було пролито вже доста, щоб змити увесь цей шлак з нашої землі. Усе, рушаймо. Куди? Пішли, пішли, оформлю вам квитки. За кордон. Ні, це квиток в одну сторону. І не таких, як ви, у нас квитків вистачить. Вперед! Ой, ти вже вдома. Так. Слухай, поки не роздягнувся, викинь сміття. Добре, потім. Зараз... О, знов це твоє потім. За 10 років я тільки й чую оце твоє потім, 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 потім. Ти можеш хоч раз зробити так, як я тебе прошу, одразу. Добре, добре, я зроблю. Просто зараз в мене для тебе пропозиція. Кохана. Кохана? Ти зараз назвав мене кохана? Це що, ти вже щось накосячив? Що це накосячив? Я просто... Просто вже мекнув зранку, да? Чого одразу мекнув? Ну тому що ти останній раз називав мене кохана десь півроку тому. Коли повернувся з отієї рибалки, прокинувся зранку і запитав, а як я сюди потрапив? Кохана. Навіть не так. Кохан. Ого. Привіт. Костюм? Квіти? Так. А що це означає? Гоша. Хто? Що? Хто? Хто помер? Ніхто не помер. Це для тебе. Для мене? Так. Ти знов забув, коли у мене день народження. Я ж просила записати 25 січня. Ні, сьогодні інший привід. Інший привід? Так. Костюм, квіти, інша жінка. Ти що? Мене зрадив? Чого одразу зрадив? Тому що ти отак вдягався всього два рази в житті. Перший раз ти цей костюм вдягав на похорон діда. А другий раз ти в ньому пішов в запой.
Це інший костюм. У тебе немає іншого костюму? Тепер є. Тобто ти що, купив новий костюм? Угу. Це що означає? Ти мене кидаєш? Ні. Навпаки. Навпаки? Навпаки. Кохана, я довго думав і зрозумів, що 10 років для людини – це багато. Я зрозумів. Що? Прийшли твої аналізи. Скільки тобі залишилось? Нескільки. Нескільки не залишилось? Ні, все нормально, у мене все в порядку. Послухай, просто… Краще так. Ой. О, знов твій меніск. Зараз я викличу лікаря. Не треба. Кохана. Зараз. Кохана. Оша. Що? Ти що? Грабанув ювелірку? Ні. Тебе зараз посадять? Дослухай. Кохана, виходь за мене. Куди? Туди. Ну, тобто… Замість тебе? На завод? Ні, виходь за мене заміж. Заміж? Тобто, що тут відбув? Давай, дихни. Що значить дихни? Почекай, ти що, не розумієш, що відбувається? А як я взагалі можу тебе зрозуміти? Я навіть не зрозуміла, коли в нас був з тобою перший секс. Ти бився в конвульсіях. Я думала, тобі погано. Я думав, тобі подобається швидко. Подобається, але стрьомно. Дякую, що сказала через 10 років. Ти насправді думав, що саме ти очікувала ці три слова всі ці 10 років. Виходь за мене. Ні, я очікувала інші три слова. Я підняв стульчак. Я підняв… Тобто я під… Я хочу піднімати стульчака, але я хочу це робити офіційно. Виходь за мене. Тобто що, це все серйозно? Так, а що, тобі потрібно подумати? Мені треба випити… Ось, шампанське. Спирт є? Та ну якийсь спирт. Медичний. Фіка, я взагалі-то не такої реакції очікував. А якої реакції ти очікував? Ну, там… Я виходжу з неї, Боже! Нарешті! Алло, мама! Прикинь, мене беруть! Подружки! Чекав? Ну, не зовсім. Боже, я знаю, що у чоловіків є оця криза середнього віку, але я не думала, що вона прямо отак тобі по голові шибане. Віка, я серйозна. Ти вийдеш за мене заміж чи ні? Так ось як виглядає побочка бустерної дози. Це ніяка не побочка. Я просто довго думав, але я вирішив. Ти вирішив? Я вирішив. А всі ці 10 років ти що? А, ти вирішував. Ти вирішував. Вирішував. І на тобі!
вирішив? Так, я вирішив. Я переосмислив наше життя, особливо за останній час, і я вирішив, що нам потрібно оформити стосунки офіційно. Яка я наївна дура. Просто тобі треба оформити на мене кредит. На отой човен. Та ні, я на човен вже позичив у Женьки гроші. А, тобто ти хочеш просто, щоб я тебе прописала в хаті. Та навіщо? Ми якось жили ці 10 років і далі можемо жити. А що тоді? Тоді що? Ну тоді, може, вийдеш за мене. А? Скажи чесно. Оша, ти вмираєш? Ні. Ти що, я вмираю? Не дай Бог, ні. А хто вмирає? Ніхто не вмирає. А що тоді? О, я вагітна! Я не знаю. А я знаю, ні. О, ти вагітний. Це багато чого пояснює. Віка, я серйозно. А що тоді? А що тоді? Я знаю, це розіграш. А де камери? А кому посміхатися? Та, це не розіграш. Все серйозно. Я в адекваті, я при пам'яті. Просто я подумав, що 10 років ми живемо не в шлюбі. І це якось не по-християнськи. Може, ти заліз в цю секту? Яку секту? Ну ти переписав на них хату. Послухай уважно мене. Я тобі тільки що освідчився. Тобі зараз потрібно сказати мені так чи ні? Кажи. Так! Так! Я зрозуміла! Ти хочеш поміняти аватарку у Фейсбуці! А в тебе немає жодної нової фоточки! То ти все це придумав! І там такий будеш в костюмі з квітами! Мене відріжеш і статус поміняєш! Ні. Ні? А тоді що? Тоді... А що тоді? Якщо це не то, тоді я навіть не знаю. А тоді для чого тобі все це? Бо я тебе кохаю. А всі ці 10 років ти що, не кохав? Кохав всі 10 років. Знаєш що, Гоша, ти мене вже за... кохав! За ці 10 років? Та сьогодні! Кажи, що це відбувається? Так я же кажу, я... Я знаю! Це твої друзі! Вони ходять по коханкам і вихваляються перед тобою, а ти не можеш цього зробити! А знаєш чому? Тому що ти живеш з коханкою! Господи, звідки цей бред в цій маленькій голові? Звідки така хвора фантазія? Я просто хочу з тобою жити офіційно, це все! Офіційно! Ось ключове слово. Офіційно! Тобто зараз держава платить не тільки за дитину, але ще й за дружину. Ні! Тоді пільги на пиво в магазині після одруження. Ні! Тоді знижки в магазині риболовлі. Немає там ніяких знижок! У мене закінчились варіанти! О, ти мене лякаєш! Ти думаєш, ти мене не лякаєш? То що тоді? Оце все? Це ти... що, серйозно? Ти що, хочеш взяти мене заміж? Офіційно? Зі штампом в паспорті? Після 10 років сумісного життя? Після того, як я народила тобі 2 дітей? А що це тоді було всі ці 10 років? Ти мене що, перевіряв? Ні, я в тобі впевнений. Я себе перевіряв, бо в собі був не впевнений. А зараз ти впевнений, да? Так, так, на 100%. Слухай, я думаю... А може ти поспішаєш, а? Чого? Ну просто я подумала, ми з тобою знайомі лише 10 років. Ну не лише, а вже 10 років.
Мені всього-навсього 40. Я ще малолетка. Може, мені треба ще погуляти? Ти дійсно хочеш ще погуляти? Років до 60. Так, тільки, коротше, ну, блін, ну, скільки можна? Кажи мені, ти вийдеш за мене чи ні? Ха-ха, думаєш, якщо я з причепом, то я тоді отак от одразу скажу, так, так, я виходжу за тебе, ха! Що значить з причепом? То ж і мої діти. Чи не мої? Твої, твої. Ну, так ти вийдеш до мене чи ні? А що ти мене підганяєш? Мені треба подумати. Я дівчина з чемної консервативної сім'ї. Тобі треба спитати моїх батьків. Можливо, вони будуть проти. Хто там буде проти? Твій батько вже 3 рази пропонував мені гроші, щоб я на тобі одружився. Що? Я не взяв. Ні, це я сам від душі. Дай, просто я не знаю. Просто мені здається, що це якось там не на часі. Типа, ну, слухай, що ти робиш років через 20? Ти не зайнятий? Просто я подумала, може знайдемо більш спокійний час. Та коли той буде спокійний час? Я вже у 20-му хотів освідчитися, та там той ковід прийшов. Хотів у 21-му, то був ще той ковід. У 22-му, блін, хай би той ковід був, зараза. Я вже думаю, поки ми будемо чекати на ці спокійні часи, то ми вже будемо в Раксі обмінюватися не обручками, а щелепами змінними. Добре, давай, показуй свою обручку. Ну, хто так показує? Так треба. Ой, вибач. Що, маленький, не подобається? Та я просто не бачу. Мені 40, вже плюсик пішов. Непогане. Що, на прокат взяв? Що, на прокат купив? Слухай, думаєш, воно налізе? А ти спробуй. Що, прямо так? Та я шуткую. Два, якраз. То це значить так? Мені треба подумати. Та блін! Та що тут думати? Що-що? А весілля? Всі мої подружки роз'їхалися. Та весілля ми можемо відсвяткувати колись потім. Другий раз я на цю фразу не клюну. Окей, окей, весілля. Зараз, давай. А якщо я погоджуся? Теоретично. Теоретично. То куди ми поїдемо з тобою у весільну подорож? То ясно куди. Куди? На дачу. Окей, не на дачу. А куди ти хочеш? На море. Поїдемо на море. А куди на море? Та хоч куди. Хочеш в затоку. Ілічовськ. Кароліна Бугас. Ну, а куди ти хочеш? Оша, я виходжу заміж. Вперше в житті. Можливо, вже останнє. А чого так трагічно? Це ж добре. А, ну да. Ну, тоді я хотіла б в Іспанію. Або в Італію. Слухай, а давай спочатку в Іспанію, да. А потім в Італію, да. Тільки є одна проблемка. Мене за кордон не випустять. Це не проблема. Я поїду одна. Я
за двох відпочину. Ні, я візьму маму. Ні, подружок. Дітей брати не буду, це реально причеп. Класний медовий місяць. Та я жартую, тебе випустять. Не випустять. Випустять. А знаєш що? Ми з тобою приїжджаємо на кордон. Давай. Я підходжу до прикордонника. Так. І кажу: знайомтеся, це мій чоловік. Він запропонував мені одружитися після 10 років сумісного життя. А він такий: о, так він же у вас. Говорю на всю голову, я: ага, він, проїжджайте. Якби це було так просто, що прямо хворий на всю голову. Ну не хворий, ну дурачок. Ну що дурачок? Ну а хто ти? Ну може я унікальний. Ти унікальний тормоз. Що це тормоз? Ну ручник. Ну, гальмо! Ну, може! Ну, просто 10 років! Уяви! Ну, 10 років – це, мабуть, найдовший конфетно-букетний період за всю історію людського життя! Ну, чому ти так довго тягнув? Ну, я боявся. Боявся, що ти скажеш ні. Придумаєш щось на кшталт: Гоша, ти козірог, я скорпіон, і гороскоп не дозволяє нам бути разом. Ой, та... Гоша, ну, по-перше, ти не козирог, ти баран. О, тобто овен. Овен краще. По-друге, я не скорпіон, я водолій, я ж тобі казала, 25 січня. А по-третє, та в дубу ці гороскопи, якщо річ іде про весілля. Я зараз не дуже зрозумів, ти хочеш за мене заміж чи ні? Тобто ти бачиш, що я живу з тобою 10 років. Ну. І не розумієш, чи хочу я за тебе вийти заміж, чи ні, да? Да. Давай я тобі дещо покажу. Знаєш, що це? Твої скелети у шафі? Це букети, які я ловила на кожному весіллі за все наше з тобою життя. За це, до речі, я зламала найкращій подрузі ключицю. А через це я зламала собі ногу, тому що пригнула за букетом в басейн, де не було води. І після цього ти питаєш, чи хочу я за тебе заміж? Я просто думав, ти не любиш програвати. Знаєш що, Гоша? Неважливо. Скільки років ми з тобою живемо разом. Неважливо, скільки у нас з тобою дітей. Неважливо, чи є в мене штамп в паспорті. Неважливо, чи підіймаєш ти той стульчак. Для мене найважливіше – це... кохання. Весілля! І таке, щоб воно було шикарне! І щоб я була в шикарному весільному платі! Ой, ми їдемо зараз і вибираємо мені сукню, потім каблучки, потім сумочку, потім манто, потім їдемо і вибираємо мені ресторан. Такий, знаєш, не пишний, але грандіозний! А потім вибираємо оператора, тому що я хочу передивлятися наші фоточки і відео всі життя. А потім ми вибираємо цього, як його, ведучого! Він буде найкращий ведучий в світі! Жінки будуть в жовтому, а чоловіки в блакитному! І у нас буде таке жовто-блакитне, незламане весілля! А ти куди? Я сміття викинуть. Ось. Потім. Знов це потім. Гоша!
Слухай, я чогось згадав слова нашого моториста, дяді Гени, із гаражів. Він казав, якщо мотор працює, то не треба в нього лізти. Може, дійсно не на часі зараз це весілля? Просто сходимо в кіношку, а? На! Ось! А. Бачиш, Гоша, обручка вже на пальці. На пальці. Тож нікуди ти від мене не дінешся. Я виходжу заміж! Так. Привіт. Привіт. Ми, коротше, отримали нове завдання. Так, зараз, секунду. Що, ти зайнятий? Готово. Добраніч, тварюки. А що ти зробив? Я перепрограмував російські шахеди. Тепер вони будуть літіти не на Білгород-Дністровський, а одразу на Білгород. Непогано. Але, слухай, у нас нове завдання від ГУР прийшло. Зламати комп'ютер політичного керівництва нашого ворога. Так, а у Путіна ж немає комп'ютера. Ну так, немає. Тому треба проникнути на комп'ютер його вусатого коханця. Ну, ага. Поняв? Ні? Ну цього, таргана на побігушках. Поняв? Ні? Та... Все, картопляного фюрера, ну. Після вусатого коханця я зрозумів, про кого річ. А, ну супер, давай. Ну, давай спробуємо. Ага, я розумію, що, мабуть, це буде складно, це ж перша особа держави. Я вже в системі. Ух ти, круто. А можеш на екран вивести? Так, зараз. От давай. Так. Є. Ага. Так, тут треба пароль ввести. Пароль. Який може бути пароль у Лукашенка? Слухай, може це дата його народження? Давай спробуємо. Давай. Ні. Ні? А спробуй день народження його Коліньки. Теж ні. Тут наче якась фраза. Фраза? Ну, він же не може бути настільки тупим, щоб зробити паролем фразу «А я вам зараз покажу». Підійшло. Значить, може. Так, все, ми в комп'ютері тракторного діда. Ух, блін. Ні, ну це реально його комп'ютер, це точно. Ні, я здогадувався, що він себе любить, але ж я не думав, що настільки. Так ось, як проходять його перевірки в колгоспах. Ага. Знаєш, я вперше в житті радію, що в Білорусі картопля вродила і все прикрила. Є картина «Дівчина з персиками», а це «Батька з бульбами». Ага. А мені, знаєш, що мене лякає, чому він такий задоволений на фото? Не знаю, може йому одна картопля десь закотилась. Ага. Ну тоді, після того, що він з нею зробив, він повинен на неї одружитись. Це точно. Ну що, куди заходимо? Ну давай кудись, ну, почекай, ну треба краще роздивитись. Ні, я маю на увазі, які папки тут є, що буде цікаво нашій розвідці. Хоча вони вже за це фото будуть нам дуже вдячні. Слухай, можеш якось прибрати цю порнографію? Я не можу дивитися. Можу зробити так. Чи ти хотів, щоб я обличчя закрив? А можеш взагалі фото поміняти? Можу спробувати. Давай. Я пару варіантів є у мене. Практикувався, коли не було що робити. Ось перший. О! А це буде називатись «Диктатор Лучен Кін». Ну, слухай, йому з такою зачіскою навіть краще, так. Або можна цю. Давай. Як тобі? О, ну це взагалі круто. Мрія всіх українців. І білорусів. Ага, так. Давай пошукаємо якусь інформацію. Так, давай його кошик подивимось давай. Спочатку. Може, Лукашенко хотів позбутись якогось важливих документів? А що там? Почекай, це ж білоруський комп'ютер. Так. Значить, тут два текстових файли. Перший – Конституція Республіки Білорусь. Ну, не дивно, він ніколи нею не користувався, тому і видалив. А другий який? Гарантії безпеки Пригожина. А це вже не знадобиться. Ай, давай шукай в інших папках. Ти хотів сказати «в батьках»? Що в батьках? Ну, на звичайних комп'ютерах папки, а у Лукашенка там батьки. Ну, шукай в батьках. Так, у нас тут є текстовий файл «100 способів, як уходити від відповіді». Ага. Потом майстер-клас «Как просить деньги, чтобы тебе не отказали». А це що за файл? Це аудіофайл «Альтернативний гімн Білорусі». А ну, включи. А ну. По полям, синій трактор їде к нам.
что там дали у нас? Так, папка «Обещания, которые я выполнил». Открывай. Она пуста. Логично. Так, дальше что? Все папка «Финансы». Финансы, давай, подивимось. Тут фото макет миллиона рублей. А, вот справжній диктатор, вже на грошах себе друкує. Є ідея, зараз трішки допрацюємо макетик, і получиться ось так. Нормально. Так, що там ще? Так, є ще папка «Досуг» називається. А ти впевнений, що ми хочемо це бачити? Мені того фото з бульбою вистачило. Та ладно, я вже відкрив. А давай. Так, це він на лижах. Ага. Так, це він на картоплі. А, ну нормально. Я навіть знаю, для чого він цю картоплю збирає. Ага. Так, ну, наче звичайні фото. Даремно ти боявся. Ну і добре. А що це таке? Ого, господи, ну це ж, як це? Фу, блін, я ж казав, не відкривайте цю папку. Може, це його костюм для поїздок в Москву? Ага. Я зараз розумію, як він Вагнер в Білорусь заманив. Прибери, я довго на це не можу дивитись. Добре, закриваю. Угу. Так, що ще? Так, ще папка совершенно секретна. А це вже цікаво, що ще страшного він може приховувати, наче ми вже все бачили. Відкриваю. Що там? Так, документ результати виборів президента Білорусі 25-го года. Ну, все логічно. Виборів ще не було, результат вже є. Угу. Дивитись будемо? А на що? Так, далі. Так, наступна папка «Моє здоров'я». Яких аналізи тут? Рентген, ану, рентген. Ну, відкривай. А, так це вони йому показали, звідки на Білорусь готувався напад. Зрозуміло. Тут ще папка карти. О, нічого собі. Ми вже тут ці самі карти з тими чотирма напрямками, а? Та де там? Косинка, солітер. Блін. Слухай, а що ми взагалі шукаємо? Може, через пошук ключове слово? Ну, давай спробуй, я не знаю. Ядерне оружие. Так, ядерне оружие. Ядерне оружие не знайшло, знайшло рецепт ядрених драників. Чесноку. Ні, драники нам не потрібні. Спробуй, знаєш що? Бомба. Бомба спробуй. Давай, бомба. Знайшло бомбічні драники зі сметаною. Пошагова інструкція. Блін, він реально дранікофіл, а? Я це ще по фото з картоплями зрозумів. Ага. Ну давай, що? О, що тихо, йому хтось пише. Олександр Григорович, ви обіцяли прислати дизайн нової форми для армії. Я жду. Що ж йому відповісти? Я знаю, зараз. Ось цю фоточку йому. Непогано. Так, генерал питає, ви уверені? А напиши йому так. Мені кажеться, ця форма повністю відражає дух нашої армії. Так. Угу. Написав. Прикинь, білоруська армія, перша БДСМ-армія в світі. Слухай, ага. Давай, може, ще історію пошуку в інтернеті подивимось. Може, там щось цікаве є? Давай. Історія пошуку. Еротичне відео в тракторі. Ну, хоч не з бульбою. Це, до речі, наступний запит. Еротичне відео з бульбою. Капець. Це ще не капець. Воно наступний запит. Еротичне відео з бульбою в тракторі. До речі, нічого цікавого. Слухай, можна пошту подивимось, а? Давай пошту. О, тут три листа. О, з них один з Кремля прислали. Наполегливо просять розрахуватися за газ. Слухай, а можемо відправити у відповідь? Справжній чи гумовий? Я знаю, який, я знаю, знаю, знаю. Ось такий йому відправлю, а? І напиши, можемо розрахуватися бульбою. Можемо розрахуватися бульбою. Ага. Відправив. Ага. Ой. Що? Я щось не розумію. Що, що, що? Крім мене хтось курсором управляє. Хто управляє? А зараз вмикну камеру на моніторі у Лукашенка. Подивимось, хто це. Это что за билиберда? А где моя фотография с бульбой? А, о господи! Я не знаю. А вы точно ничего не нажимали? Ничего не нажимал. Просто вот хотел поработать. А тут вот это. Поработать без штанов? Жарко мне.
не твое дело. Александр Григорьевич, а вы случайно на запрещенные сайты не заходили? Это какие запрещенные? Ну, эротического содержания. Ну, может быть, один раз, и то случайно? Угу. Вы, наверное, вирус подхватили. Ты дурак, что ли? Я вакцинированный. Не вы лично, а ваш компьютер. Сейчас антивирусом полечим его. Угу. Александр Григорьевич, у вас почта открыта. И что? Вы кому-то письмо отправляли? Никому ничего не отправлял. Странно. Здесь видно, что вы ответили на письмо из Кремля с просьбой оплатить долг за газ. И что ж я ответил? Ну, как бы... Вот. О, Господи! Это что за клубня дивная? Ты знаешь, что мне сделают, если это увидят? Вам же не впервой этот кремлевский БДСМ. Молчать! Товарищ главнокомандующий, задание выполнено. Армия полностью переодета. Правда, пришлось все интим-магазины выгрести. Так сказать, перевели секс-шопы на военные рельсы. Хорошо. Что еще? За самодеятельность! Никакой самодеятельности. Выполняли ваш приказ. Вы же сами нам образцы формы скинули. Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Догадываюсь. Заслуженно. Это было мощно. Разберемся с этим вопросом в штабе. Вот это было интересно. Выполним поставленную задачу. Как в баньке. Хорошо. Вот сейчас было мой. Вот крепко сейчас. Можно еще по правой ягодичке разочек? Пожалуйста. Ах, спасибо. Молодцы. Ты ж говно такое. Пойду выполнять задание. А что, непогано. Слухай, а ти можеш вивести ось це відео, а краще викласти його на, в Ютубі. О, і зробити підпис. Білоруська армія, навчання 2023. Зроблено! О! Непогано!